духовные практики, различные методики, надо к ним подходить аккуратнее. Например, нельзя усилием воли заставлять себя входить в медитацию. Заставлять себя переламывать свое естественное текущее состояние усилием воли, насилием над собой, создавать дополнительное напряжение, дополнительный конфликт. Нельзя. Надо ко всему относиться очень аккуратно. Вот, например, у меня есть в Израиле ученица, она очень хорошая девочка, она учится у меня быть инструктором для того, чтобы помогать там людям, потому что там все время какие-то, она мне сказала, сирены шумят там, ну что-то такое происходит там, где она живет, и она хочет помогать и детям, и взрослым, потому что ей это помогает. И это помогает, и вообще она мастер рейки, и вообще она очень добрый человек, именно поэтому я стал с ней дружить, потому что она человек с душой. И вот я стал ей объяснять, я ей сказал, а ты можешь вызвать у себя такое состояние? Нет, я ей по-другому сказал. Я сказал, у тебя бывает когда-нибудь такое состояние пустоты в голове? Она говорит, у меня так часто бывает. Да, ну давай вызывай, а как ты делаешь это? Она говорит, ну я занимаюсь медитацией, ну а как ты это делаешь? Она говорит, ну я вот так вот, вот я уже, говорит, погружаюсь в состояние. Я говорю, ну попробуй больше, больше, больше. Погрузилась? Погрузилась. Погрузилась, говорит, да. Ну и вот, опиши мне это состояние. Она говорит, ну такое вот благоденствие, благодушие, все ровно так, вот так бывает у меня иногда, когда я на берег моря выхожу. Правда, я давно так этого не делаю. Я говорю, а почему ты не делаешь? Ну, мне всегда все что-то мешает, шумы дома там или еще что такое отвлекает. Ну хорошо, ну сейчас же ты сделала. Ну да, я, говорит, не задумывалась о том, что я могу так сделать. Я говорю, ну вот, теперь будешь понимать, что ты это можешь сделать сама. Но ты сделала усилием воли, да? Усилием воли. А теперь давай сравним. Давай посмотри, что сейчас будет. Давай, вставай. И делай обычные действие самое простое, которое тебе легче делать, и думай о своем, пусти мысли на самотек, там какие у тебя проблемы, решай их, ну какая у тебя проблема в жизни, ну я сейчас не буду говорить, потому что я когда обучаю людей, то ли в интернете, там, то ли в скайпе я обучаю людей, никогда не вмешиваюсь в их личную жизнь, никогда не задаю ненужных вопросов и не даю лишних советов, это личное дело. Я просто обучаю людей, и метод вам будет помогать просто снимать лишнюю зацикленность, когда на проблеме, когда вы в тупике, снимать лишнюю зацикленность, выходить на такое состояние, о котором она сказала, Елена. Она сказала, такое состояние ровное, спокойное. Но там же и можно подумать о чем-то, как решить проблему. Там же масса времени получается, потому что вы вошли в это состояние, оно особое состояние, в котором вы как бы соприкоснулись с вечностью, там много-много времени, вы можете решать какую-то проблему, подходя с разных точек зрения, что получится, а как получится, да, и работать над своим характером, размышлять о том, какой вы хотите быть, как хотите на что-то реагировать. Ну и, короче говоря, вот она сидит, и я ей говорю, ну вот теперь ты подумай об образе будущем, помечтай о том, о чем ты хочешь. Она говорит, а мне не хочется вот сейчас мечтать ни о чем. Правильно, значит, это надо делать не в самом глубоком пустом состоянии, а немножко до того, когда ты еще можешь мечтать. Вот, допустим, у тебя стресс, ты мечтать вообще не можешь. Тогда ты делаешь разгрузочные действия, напряжение снижается, и время твое для размышлений увеличивается. И так обретаешь личное время для размышлений. Да, личное время, хотя бы 5 минут надо в день побыть самим собой наедине. Ну да, конечно. Вот. Сначала с помощью приемов, а потом вы можете и сами. У вас развивается навык. Вы можете раз и выйти на это состояние. Но не путем насилия над собой. Это очень важно. Потому что потом я предложил ей встать,
И она делала разрушительные действия, делала, делала, думая о своих проблемах, а потом сказала, уже не хочется ни о чем думать. И она стала делать так, шею себе немножко массируя. Я говорю, во-во-во, и подключай те действия, которые тебе при этом хочется делать. Вот так, хочется делай. Хочешь, попрыгай. Хочешь, помни себе плечо. Она говорит, да, у меня здесь очень болит. Я говорю, ну ты помни там. То есть сделай разгрузочные действия, то, что организм тебе подсказывает, начинай подключать. Потому что напряжение снижается, и ты начинаешь себя слышать лучше. Ты начинаешь себя слышать. Потому что когда большой стресс, ты не всегда себя слышишь, ты весь задействован. А то снижается напряжение, ты начинаешь себя слышать. И делай то, что организм подсказывает. И вот она так стала делать, так стала делать. Потом я говорю, ну теперь сядь. Она села. Теперь сделай взгляд рассеянный, это стадия после действия, да, после упражнения. Она села. И опять, говорит, голова пустая стала. Я говорю, а в чем разница, когда ты вначале это делала и когда после упражнения? Ты вначале пыталась вот усилием воли, да? Да. А теперь ты сделала естественным образом. Ты делала разрушительное действие, самое простое, думала о своих проблемах и подключала эти действия, которые хочется подключить. Естественным образом ты это делала, села и задумалась. Это стадия как бы после действия. Она говорит, да, это совсем другое дело. Я говорю, а что там совсем другое дело? Она говорит, вот все познается в сравнении. А я и думала, что это то самое. На самом деле, вот теперь я чувствую, как-то стало так естественно. Естественно, органично стало. Поэтому, когда вы учитесь медитации или каким-то другим действиям, духовных практиках, не надо себя насиловать. Нельзя заставлять себя входить в какие-то состояния. Вы так себе психику сломаете. Нельзя этого делать. Надо делать, чтобы все было естественно. Потому что когда вы в обычной жизни живете, когда у вас напряжение растет, вы же естественным образом что-то делаете, даже не зная никаких методов, вы просто что-то делаете. Ну, вы себе там вот так делаете, правда же? Вы себе вот так делаете, так и делаете так. И когда вы пытаетесь медитировать, вы посмотрите, что вам мешает. Если вам мешает плечо, так помните плечо, мешает височек, помните височек. Может, там боль. Это я чую все правильно, потому что там же внешние покровы, на них внутренние органы, функции их отражаются. На этом вся иглотерапия построена. Точечки – это вот индикаторы внутренних нарушений. Помните их, помните. У вас, когда учили медитацию, вам, наверное, это не показывали. А я вам показываю. Надо, чтобы все было естественно. Не надо ничего искусственного делать. Вы поделали. Но когда вы несколько раз так поделаете с точечным массажем или с тем, что вы подключать будете другие приемы, а потом вы сядете, думая о своем, и вот там вы заметите, что вы в этом самом медитативном состоянии, но уже естественном, уже более глубоком, уже более приятном, в этой пустоте. И туда вы можете положить то, что вы сами хотите. То, что вы до этого намечтали. В момент, когда стресс у вас снижался, напряжение снижалось, время появлялось там внутри, пустота начала появляться, но вы еще могли думать и фантазировать, и образ будущего, и положите туда. Когда вы сидите, оно туда уляжется, и в эти нейронные сети распределится. И там они свяжутся как надо, и появятся новые устойчивые нейронные связи, которые в жизни вам будут помогать. Вот так вот. Не делайте ничего искусственно. Самая большая энергия у нас затрачивается на волевые переключения нашего состояния. На волевые. Поэтому вы несколько раз переключаетесь с помощью синхрогимнастики, с помощью разгрузки. А потом вы будете переключаться легче и легче, уже и без приема.